Это новости на канале ФКТ. В студии Ольга Десятова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Садоводы Сочи запасаются химикатами и газонокосилками. Главные враги аграриев – американская бабочка и мраморный клуб. В Сочи возводят пристройки сразу к двум школам – на Макаренко и в Дагомысе. Каждая рассчитана на 400 мест. Сочинскому парку «Ривьера» исполнилось 120 лет. На юбилей позвали не только местных жителей, но и гостей курорта. Российские гребцы установили новый рекорд Гиннесса. Спортсмены на гребной лодке за 28 часов 18 минут добрались из Трабзона до Сочи. Подключение инвестплощадок к электросетям будет рассматривать специальная комиссия. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев. Глава региона провел совещание с энергетиками Кубани. Как отметил губернатор, сегодня остро стоит вопрос о подключении к электросетям новых производств. Стоит это недешево, из-за чего уже перенесены сроки реализации 17 инвестпроектов. Например, крахмальный завод в Гулькевичском районе смог получить технические условия на подключение за 337 миллионов рублей. Это четверть от цены всего проекта. Теперь все эти вопросы будут на контроле у созданной рабочей группы. Возглавит ее первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Рекордный урожай зерна собрали на Кубани. 10 миллионов 400 тысяч тонн зерна отправились в хранилище. Результат жатвы превысил прошлогодний на 36 тысяч тонн. Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Краснодарский край одним из первых в России приступил к уборке. Удачно завершить ее не помешали даже сложные погодные условия. В итоге в наших закромах больше 10 миллионов 400 тысяч тонн качественного зерна. Из них больше 9 миллионов тонн пшеница. Передовики – Тбилисский, Брюховецкий и Новокубанский районы. В рекорд вложено немало сил и средств. Это заслуга всех, кто работал в полях без праздников и выходных. Агрономов, комбайнеров, механизаторов. Конечно, нам помогают и ученые. Они обеспечивают практически всю страну проверенными сортами зерновых культур, которые дают высокую урожайность даже в сложных погодных условиях. По сравнению с прошлым годом повысилась и средняя урожайность зерновых. Она достигла показателя в 64 центнера с гектара. Ну а в Сочи садоводы запасаются химикатами и газонокосилками. Только так фермеры надеются сохранить урожай. Курорт атакуют карантинные насекомые. Уже несколько лет главные враги аграриев – это американская бабочка и мраморный клуб. Они буквально истребляют все, что растет на плантациях. Но сейчас к списку вредителей добавился еще один. О нем расскажем далее. Яблоко хорошее, вот покусано. Это уже укус жука. Несколько лет назад на приусадебном участке Олега Богомазова начали хозяйничать белая бабочка и мраморный клуб. Мужчина объявил оккупантам химическую войну. Теперь подсчитывает потери. Хочет понять, какую часть культур удалось сохранить. В прошлом году помидор практически не было. Фасоль всю этот жук съел. После 5 обработок жука не стало, вроде бы чуть отошел. С вредителями борются во всех районах Большого Сочи. Все парки, скверы и зеленые насаждения и в центре, и на периферии обрабатывают специальными средствами. В теплое время насекомые размножаются быстро, поэтому именно сейчас по ним наносят удар. Зимой уже будут искать оставшиеся очаги в пристройках, амбарах, на крышах домов. У автострад сейчас гул газонокосилок заглушает шум моторов машин. Сотрудники коммунальных служб косят сорняки. Кое-где проглядывают ростки амброзии полынно-листной. Именно она летом портит жизнь сочинцам и гостям курорта. Если остальные вредители вредят только насаждениям, то амброзия еще и наносит и несет угрозу жизни и здоровью граждан. Потому что она обладает вот этой сильнейшей аллергией. То есть есть люди, которым он просто, люди не переносят его в момент цветения. Вот как раз таки мы сейчас подходим к моменту цветения. Молодые ростки сразу идут под нож. Там, где вредитель успел разрастись, его уничтожают вручную, вырывают с корнем. После прополки в воздух не поднимаются пыльца и семена. Впрочем, опасен сорняк не только аллергикам, но и аграриям. Он иссушает почву и убивает все, что цветет рядом. Растение попало в карантинный список. В каждом хозяйстве должны вести с ним борьбу. Но есть те, кто забывает об обязанностях. Недавно такой участок нашли в Адлерском районе. На землях сельхозпредприятия колосятся заросли амброзии. Ее здесь немало. На данный момент ничего не происходит. Они как-то не особо пошли на контакт, поэтому и будем их привлекать через Россельхознадзор для составления административного правонарушения. В этом году только в Сочи сотрудники Россельхознадзора составили более 30 протоколов. Общая сумма
Сумма штрафа превысила 60 тысяч рублей. Атака на опасные заросли продолжится до середины сентября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В сентябре следующего года в Сочи откроют пристройки сразу к двум школам – 15-й гимназии на Макаренко и 82-й школе в Дагомысе. Новые объекты решат проблему нехватки мест за партами в быстро растущих микрорайонах курорта. Набор в первый класс закончен, свободных мест нет. Совсем скоро клеить такие объявления в 15-й гимназии будет не нужно. Теперь мест точно хватит всем. Рядом с существующим зданием возводят пристройку. Трехэтажный блок для начальной школы на 400 мест. Идет начало строительства. Вот вы видите, сейчас машины, миксеры пришли, заливается бетонная плита в основании этой пристройки. Эта пристройка будет для размещения детей начальных классов. Будет состоять из двух блоков. Вот вы видите, первый блок сейчас заливается, второй блок будет находиться вот на этом, на соседнем месте. Площадь пристройки более 2000 квадратных метров. Хотя просто пристройкой строящееся здание будет назвать сложно. Скорее, это будет отдельная полноценная школа со всей необходимой инфраструктурой. Учебными классами, библиотекой и столовой. Рядом вот здесь построят универсальную спортивную площадку. Строительство такого комплекса, говорят в гимназии, поможет решить проблему нехватки мест за партами в быстрорастущем микрорайоне Макаренко. На сегодняшний день в гимназии номер 15 обучается 1500 учащихся. Но это не только ученики с 1 по 11 класс. У нас еще есть группа детского сада. К нам приходят дети, обучаются с микрорайона Макаренко. У нас обучаются дети с Пластунки. У нас дети обучаются с Шаумяна, с Верхней Вишневой. У нас дети ездят с Мацесты, дети ездят с Мамайки. В классах просторно будет не только местным ребятам, но и тем, кто перебрался в Сочи из других регионов. Максим с мамой переехали на побережье из Челябинска. Радуются, что скоро их новая школа станет еще больше. Всегда, когда есть какое-то расширение, это здорово. То есть эта постройка, это еще дополнительно очень много места для детей, новой площадки. Точно такую же пристройку начали возводить и на территории 82-й школы в Дагомысе. Такой же блок для младших классов на 400 мест. Сейчас рабочие заняты армированием фундаментной плиты. Здание вырастет до трехэтажного с актовым и спортивным залом и библиотекой. Обе пристройки типовые. Они будут точно такими же, как в 100-й школе в селе Веселое. Объект сдали в эксплуатацию в начале года. Проекты на 90% финансирует край. Подрядчики – сочинские фирмы. Стены будут железобетонные. Это вокруг все железобетонное? Да, вокруг, да? Да, весь периметр железобетонные стены. Алексей Кузнецов работает на стройплощадке в Дагомысе прорабом. Родился и вырос здесь же, в поселке. Говорит, горд тем, что причастен к этому большому проекту. В 82-й школе учился. До 8 класса. Вот. Никогда в жизни не мог бы подумать, что я буду принимать участие на строительстве дополнительного блока этой школы. Мне очень приятно, и я горжусь, что оставлю свою лепту на этом участке строительного объекта. Строительно-монтажные работы и на 82-й школе, и на 15-й гимназии планируют завершить до Нового года. Срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2019-го. Но подрядчики обещают – за парты в новых пристройках дети сядут уже 1 сентября следующего года. Ну и в целом, за последние 10 лет по инициативе главы Сочи на курорте появились 8 новых школьных корпусов и 22 пристройки к детским садам. Ну и тем временем в Сочи открылась всероссийская диаспартакиада для детей и подростков с сахарным диабетом. Она 9-й год подряд проводится на базе одного из сочинских санаториев. Поддержать ребят из разных регионов страны, а также доказать им, что диабет не приговор, приехала серебряный призер чемпионата мира и Европы по зимнему триатлону среди молодежи Юлия Байгузова. У нее брали автографы, с ней фотографировались и спрашивали, как она прошла свой спортивный путь с диабетом. Ты просто меряешь сахар, колешь инсулин, считаешь, что ты ешь. Считаешь, что вообще это полезно каждому из нас. Вообще, мне кажется, рекомендуется каждому здоровому человеку понимать, что он ест, сколько он ест, в каких количествах. А все дети с диабетом это делают с момента, как только заболевают. Каждый день – это ваш день. Этот девиз стал постоянным для детей и подростков с сахарным диабетом. Программа пребывания в Сочи для них расписана по часам. Спортивные состязания включают в себя соревнования по бегу, футболу, метанию. И такой активности не препятствуют врачи. У каждой команды
свой специалист в области эндокринологии. Он измеряет уровень глюкозы в крови и вообще следит за здоровьем юных гостей курорта. Ставим весы и говорим, пожалуйста, можете подойти, булочки, печенюшки, запеканки, блинчики, все взвесить. Вопрос, тут же подходите к нам, мы суперспециалисты по питанию из Москвы, мы все-все ответим, да. То есть уровень, ну, повышается по сравнению с традиционной школой диабета, я даже не знаю, как это выразить в процентах, да. Это просто, наверное, 1000%. За 9 лет проведения в Сочи Диаспартакиады в ней приняло участие 800 детей из 57 регионов России. Среди них Аделина Бондаренко. Впечатлений от Сочи у нее масса. Я, когда в самолете летела, смотрела на город с высоты, мне, ну, буквально все нравилось. Какие пальмы, какая тут природа. Все мне нравится. Тут воздух неимоверно чистый. Диабетом сегодня болеют 4,5 миллиона россиян. Из них 30 тысяч детей и подростков. Эндокринологи уверены, что современные методы лечения, а также соблюдение основных рекомендаций по питанию и самоконтролю не помешают детям заниматься спортом и в целом вести активный образ жизни, несмотря на непростой диагноз. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Современный курортный комплекс на территории старого дендрологического парка санаторий «Зеленая роща» отметил свое 45-летие. Мероприятию задал курортный оркестр. Что не случайно, в санатории могут единовременно отдохнуть и поправить свое здоровье почти 400 человек. Только за минувшие полгода здесь побывали свыше 3500 курортников. Это не только санаторий, который дает возможность оздоравливаться большому количеству людей, сотрудникам Ростеха и нашим соотечественникам. Но, безусловно, это тот объект, который приносит немалые налоги в бюджет Краснодарского края и города Сочи. Это очень важно. Спасибо большое. В бюджет края санаторий перечислил свыше 23 миллионов рублей в виде налогов и сборов. К Олимпиаде провел капитальный ремонт. В планах продолжить модернизацию. У нас там есть задумка построить еще административный корпус. Ну, может быть, даже с небольшими апартаментами для сотрудников. Чтобы, если специалисты, особенно врачи, если хороших специалистов сюда привлекать, им нужно будет место для жилья. Снимать, допустим, арендовать квартиру в городе, наверное, будет не совсем дешево. Будет проще построить свои апартаменты, где могли бы они жить. К юбилею санатория благодарственными письмами главы города Сочи и руководства Ростеха награждены особо отличившиеся сотрудники здравницы. Среди них и административный персонал, и рабочие коммунальных служб «Зеленой рощи». А парку «Ривьера» исполнилось 120 лет. Некогда обычное место для прогулок сегодня входит в список главных достопримечательностей курорта. Поэтому среди гостей именинника оказались не только местные жители, но и гости курорта. Юбилей отпраздновали шумно и весело. Песнями, танцами не обошлось и без подарков и угощений. Еще в начале прошлого века парк «Ривьера» был особенным местом. Здесь любили назначать встречи и проводить свободное время и местные жители, и гости города. Впрочем, все то же самое и спустя 120 лет со дня основания парка. «Ривьера» остается едва ли не самой главной достопримечательностью курорта. При этом детали, сохранившиеся с давних лет, до сих пор в центре внимания гостей. Скульптура «Лань с детенышем» старейшая. Ее установили в парке в конце 30-х годов прошлого века. Эта скульптура была заказана для горы Ахун. Но она так понравилась местным городским властям, что ее решили оставить в парке «Ривьера». Вот с тех пор она здесь стоит, и практически у всех сочинцев и отдыхающих обязательно есть фотографии дома в семейном архиве на фоне этой парковой скульптуры. Еще одна деталь, которую можно найти на фотографиях прошлого века – это чайки. Правда, раньше они украшали фонтан. Позже его демонтировали, скульптуру отправили на склад. В 2014 году птицы обрели вторую жизнь и вошли в список достопримечательностей парка. Неоспоримой гордостью «Ривьеры» остаются многие годы поляны дружбы и космонавтов. Там, где в разные годы самые известные личности планеты своими руками высадили молодые саженцы, сегодня с трепетом охраняют многолетние деревья. Парк чтит эти традиции. Вот. Последнее время, последние годы, вот в честь 55-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина наши известные космонавты в 2016 году высадили «Магнолии» здесь, вот Иванченко, Флавейкин и Трещев.
120-летняя история парка полна разными событиями. Год от года это место совершенствовалось и развивалось. Как итог, признание гостей, которые регулярно проводят свободное время на просторах Ривьеры. Очень интересен, очень познавателен. И надо сказать, что каждый год у него приобретает он все больше и больше аттракционов интересных. Очень, очень много познавательного. Мы вот впервые в дельфинарий попали. Вот ребенок у нас первый раз в дельфинарии. Очень в восторге был ребенок от дельфинария. Вообще классно, все понравилось. Ко мне приезжает каждый год вот внучок Кирилл из Москвы. И мы каждый день гуляем в этом парке. Я хочу признать, что парк Ривьера лучший парк в нашей стране. Лучше, чем парк Горького, например, в нашей Москве. Мы любим больше ходить по тенистым аллеям, когда очень жарко. Приводим сюда детей и внуков. Они с удовольствием катаются на всех аттракционах. В свой день рождения парк принял гостей больше обычного. Прохожим раздавали то воздушные шары, то бесплатное мороженое. Причем сюрприз предназначался не только детям. Ведь в парке Ривьера каждый на какое-то время становится ребенком. В одном конце парка зазвучал оркестр, в другом начался эстрадный концерт. Праздник развлечения на каждом шагу в буквальном смысле. Конечно, не обошлось без жемчужины парка. Главные герои рыцарского турнира конного театра продефилировали перед гостями юбилея. Вечером всех порадовали огненным шоу и дискотекой. 120-й день рождения Ривьеры прогремел на славу. Впрочем, от лучшего парка-курорта другого и не ждали. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. 4 воскресенье июля традиционно будет отмечаться День торговли. Накануне профессионального праздника лучших сотрудников пригласили в администрацию города. Неделю назад завершился чемпионат мира по футболу. Остались яркие воспоминания и благодарность за то, что достойно встречали гостей Сочи. В администрации курорта наградили отличившихся работников торговли и общественного питания. В этой отрасли в городе трудится 37 тысяч человек. Именно от их работы зависит оценка местного сервиса. Самое главное, что вы стоите всегда на острие. По вам или о вашей работе, о вашей деятельности судят о городе Сочи. В дни проведения чемпионата мира по футболу нагрузка на общепит выросла на 15%. Были даже сформированы маршруты гостеприимства. В Сочи они проходили по 63 улицам и охватывали 308 точек общественного питания. Одновременно в них размещалось около 30 тысяч человек. Заполняемость всех кафе, баров и ресторанов составляла 97%. А в ресторанах с национальным меню свободных столиков не было вообще. Кавказское гостеприимство достойно представлял ресторан «Руставели», за что и был отмечен почетной грамотой. У нас обширная грузинская кухня, только грузинское направление, у нас живая музыка, грузинские танцы, певец был, ну, много закусок, естественно, вино. Мы гостеприимные люди, грузины, всегда красиво и хорошо мы встречаем гостей и кормим очень великолепно. Конечно, для любого ресторана самая главная кухня. Полюбилась она особенно голландцам. Сюда они заходили чаще других, но и интерьер помещения играет большую роль. Чаще всего посетители в этом ресторане выбирают именно вот этот столик. Он даже имеет номер 15. А нравится живописный вид за окном. Впечатляют банановые деревья. Если для болельщиков севера это экзотика, то для жителей, например, Латинской Америки, ну, ностальгия по дому. Никто из болельщиков чемпионата мира не остался голодным. Более того, во все концы земного шара вместе с сувенирами мундиаля отсюда улетели сочинские рецепты приготовления хинкали и фирменного салата. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Российские гребцы установили новый рекорд Гиннесса в Черном море. Спортсмены на гребной лодке за 28 часов 18 минут добрались из турецкого Трабзона до Сочи. Всего они преодолели 300 километров. Гребцы из Ростовской области стали авторами двух рекордов Гиннесса на самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде и на самое большое расстояние, пройденное за 12 часов. В Сочи гребцы прибыли в воскресенье. Во время маршрута их сопровождали три яхты и вечные друзья моряков – дельфины. Знаете, как поднимает настроение, когда тебе тяжело, ты гребешь, ночь, и бах, стая дельфинов, они прям что-то чирикают там, вылетают из воды, ну это классно. Это прям подбадривает и дает надежду, что все хорошо, нас сопровождают не только яхты, но и дельфины. Сначала турецкие, потом российские дельфины сопровождали. В общем, класс.
составе команды как любители, так и чемпионы России, мира и даже участники Олимпийских игр. Изначально гребцы планировали пересечь Черное море за 45 часов, но ростовчанам удалось сделать практически невозможное – пройти дистанцию за 28 часов 18 минут. В порту Трабзона в гребную лодку сели 5 человек, которые установили первый рекорд – 50 миль по открытой воде. Потом их сменили другие участники команды, которые пошли на второй рекорд – не менее 12 часов на открытой воде. Оставшееся расстояние до Сочи спортсмены меняли друг друга на веслах каждые 4 часа. Второй домашний матч футбольный клуб «Сочи» вновь проведет на стадионе имени Митривелли. Соперником на этот раз станут подмосковные «Химки» под руководством известного в прошлом игрока сборной России Игоря Шалимова, еще недавно стоявшего у руля клуба «Краснодар». Обе команды успели по одному разу отпраздновать победу и по разу огорчить своих болельщиков. Соперники делят пока 11-12 места в турнирной таблице с одинаковым багажом в 3 очка. Матч состоится в 18 часов в ближайшее воскресенье, 29 июля. Билеты на игру уже в продаже. Организаторы предоставили промокод «Сочный футбол». Он дает скидку 25%. Также важно, доступ на стадион откроется за 2 часа до начала матча. Для тех, кто придет заранее, будет проведена акция «Зарядка с чемпионом». Игроки команды и специальные гости проведут настоящую разминку из профессионального футбола. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.